Режим Турвап – это монополярное резание с коагуляцией и монополярная вапоризация мягких тканей в сухих и жидких средах. Этот режим предназначен для проведения трансуретральной резекции предстательной железы при операциях в полости мочевого пузыря для резекции опухолевых образований в полости матки. Операция выполняется с использованием специальных растворов, например, 5% глюкозы. На рекомендованных мощностях иссечение ткани электродом-петлей происходит быстро и эффективно, без следов карбонизации. При возникновении кровотечения необходимо переключить аппарат в режим «мягкое» и провести окончательный гемостаз кровоточащих сосудов на раневой поверхности. Вапоризация ткани с помощью специальных электродов является альтернативой иссечению тканей.